Привет, YouTube! С вами Александр Плав и Кидмотин. Сегодня мы начинаем прохождение игры Resident Evil 5 в ролях специального агента Криса Редфилда и напарницы Шева Ламар. Нам предстоит пережить невероятные испытания и познать подлинную природу страха. Мы начинаем. Глава 1.1. КПП. Или КНН. Йо-хо-хо. Так, сохранение у нас. Надо не двигаться. Ну что, сисястая, куда ты рванула? Да, как куда? Слышно. Туда. Ну все, я тебя буду с тыла прикрывать. Киджу-джу. Куда идем? Нас ждет Ирвинг. О, смотри, там кого-то потащили. Ну-ка, дай-ка я ему в глаза посмотрю. Какой добродушный великан. Но у него все равно что-то какая-то проблема со взглядом. Понял вас. Дверь мне запили. Эй! Ой. Эй! Парни играют, смотри. Эй! Ты мне нравишься. Так. Что-то они остановились, как-то. Что-то у них тут ножи и мачете, блин. Ты что с ним? По-моему, они семок хотят. Так, аккуратно, аккуратно. Отойди, отойди, отойди. Что-то у них с глазами, короче. О! Эй! Такой пронзительный взгляд. А ты, походу, дошел до катсцены, да? Да. Да, да, да. Корнер пьяный. Пьяч. Интересно, как при такой жаре у них с мясом проблем не возникает. Да. Аж тухнет. Тухнет, конечно. И песком должно забиваться. Я думаю, они маринуют. Тут еще как-то мухи. Смотри, как-то вот были все вот эти с мачете сидели, и бац, все пропали. Куда непонятно. Ну что, будем сейчас разбираться. Контрольная точка. Засада. Ну давай, мясо посмотрим, что тут действительно. Может быть, мы сейчас тут найдем что-нибудь интересное для нас. Эй, девочка, сделай-ка стейк. Подойди к боковой двери. Шева Аламар, только кто-то сказал подойти к боковой двери. Некий незнакомец. Может быть, тут сейчас нас ждет сюрприз с тобой? Ну давай, откроем. Ау! Так, что это за Арафат? Так, ну-ка, будь осторожен, пожалуйста. Там, смотри, у него канистры какие-то стоят. Сейчас я посмотрю, гляну быстренько, что здесь у нас. Ты что, с ним взаимодействуешь уже, что ли? Сейчас буду. А где ректально твоя взаимодействовать. Здесь, заходите. Угу. Камон. Что-то прям начало состоит из одних катсцен. Сюда. Может, это из-за нового правительства, но люди тут сейчас слегка дерганые. Делайте то, зачем приехали, и убирайтесь прочь. Да уж. Американцев тут встречают с фанфарами. Ваше оружие у меня. Проверяйте. Ну что, проверим давай. Так, а что у нее там на плече написано? Вот ваше оружие. Джихад, что ли? Уже началась. Так, да, хватайте, пацаны, что хотите. Меню предметов. О-оу, у меня-то оружие есть уже. Лечебный спрей. Шева. Крис. Крис, Шева. Слушай, а ты, может, бронежилет можно взять? Так, нет. Выбери пистолет и возьми F. Единичку, пожалуйста. Так, что-то у меня нет места. Единичку выбрал? Давай F жми. Во. Координаты места назначения. Городская площадь впереди. Идите туда. Альфа ждет на месте сделки. Ясно. А что вам известно об Уроборосе? О ком? Слухи в основном. Хьюго Боссе. А я послал сейчас урода Боссе. Судный день звучит подходящий, и похоже, это не слухи. Вы шутите? Найдите человека по имени Ирвин. Так, вот у нас первая цель, Ирвин. Только он что-то знает. Куда он побежал-то? И будьте поосторожнее. Как думаешь, почему он нас так немножко припугал?
по поводу того, чтобы быть осторожным. Это все из-за сомалийских пиратов этих. Да, так мы в Сомали все-таки, оказывается. Давай смотрим, что это за кишки какие-то. Тут полно личинок. Я бы такое мясо покупать не стала. Ой, так это же макароны. Так, по-флотски, что ли? По-флотски, да. Так, я вот смотри, тут расколотил ящик, поэтому ты тоже колоти ящики. Давай все расколотим. Стоп, подожди, здесь. Тут, кстати, прочесть документы надо. Значит, так, агония. Когда ваш датчик жизни полностью истощен из-за полученного урона, вы переходите в состояние агонии. Если в этом состоянии находится ваш партнер, вы можете спасти его, пройдя поближе, нажав V. V, значит, Vendetta. Реанимировать себя вы не можете. Окей, ладно, будем знать. Если ваш партнер не успевает спасти вас за оставшееся время, или если вы оба находитесь в состоянии агонии, игра заканчивается. Закрываем. Закон. Так, еще. Мы команда. Что бы ни случилось, держимся вместе. Не бойся. Понял. Я хоть и не такой шкаф, но постоять за себя смогу. О-оу. Тип управления. Что за типы? Так, нужно быстренько посмотреть. Перемещение. Ну ладно, это все понятно. Движение зад-вперед. Клавиши AD служат для поворотов. Ладно. Так, ты тут мясо все посмотрел, я так понимаю? Да, я уже макаронов попробовал. Да, распробовал. Так что двигаемся, наверное, да? Ну что, давай теперь зыркать. Тут смотри, какая-то лошадь. Ты до лошади дошел? Он еще теплый. У меня теплый еще, а у тебя? У меня тоже теплый. Так, какой-то тут... Опять свечи. Оккультный шалаш. Тут какие-то ритуалы, видимо, проводят с человеческими черепами. Потому что навряд ли это черепа животных. О-оу! Это, по-моему, осел. Труп животного. Ух ты. Да. Довольно интересно. Смотри, пах разрезан у него как. Живот. Да, тут кто-то хотел конкретно у него кишки вырезать. Опа. Смотри, я еще денежки нашел. Соточку. У тебя как там... Так, деньги взять мало. И тут какая-то еще записка. Написана неровным почерком. Все чужаки погибнут. От меча карающего. Очистим их. Дадим им святую смерть. Освободим их от оков порока. Это, значит, так, с таким африканским акцентом. Там, с акцентом Мугабе. Так, ладно. Так, ну вроде какая-то дверь. Какая-то дверь тут есть, поэтому я ее открываю. Ну что, ты готов? Так, слушай, картонная коробка, я не знаю, ее можно разрезать? Нет. Ее можно во всяком случае к сожалению, скинуть. Нет. Я уже пробовал. Бех. Получается. Ладно, я вперед, короче, побежал. Не знаю, как ты. Открыть, мне, наверное, твоя беги помощь беги на разведку, потребуется. А я... А тут вдвоем, наверное, нужно открывать, потому да. Что я один не могу открыть. Ну что, все смотрят на тебя. И снова катсцены. Слушай, тут такое огромное обилие катсцен. И что-то я даже не успеваю прочитать тот текст, который у нас в момент загрузки появляется. О-оу. Смотри. А зачем он взял губку с нашей кухни и всовывает ему в рот? Губка с нашей кухни? Ну да. О, красноглазый, эффект красных глаз. Ну вот видишь, непонятно, что с ним происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ждет всех жителей России 1 января. После новогодней ночи. Да. В туалете. Оу. Плакает, смотри. А они такие думают. Смотри, шутник какой, а? Да, да, да. Не верят ему. Слушай, Крис твой что, на роликах собрался кататься? На зачем ему на коленнике-то? Ой, сейчас, мне кажется, жара какая-то будет. Ну все, давай. На тебя он бежит, да? В голову! Бум! Ну все, забили вроде. Да? Кстати, у меня что-то... Че, убить его нельзя? Ты убил его? Ну это так, что такое? Пендаля дал. Таких зомби я еще ни разу не видел. Не видел он зомби. Так, что здесь? Что здесь? Так, надо смотреть. Надо осматривать все шкафы. Тут ну, я пока помните? Ничего не вижу. Вот, я нашел патрончики. Так что если сколько тебе нужно будет, я тебе могу сейчас... отдать парочку. А я посмотрю, у меня... Ну, в инвентаре у меня 8. Так. Ката-ката. Токо-токо. Что это такое? Что за реклама какая-то непонятная? Ну ладно. Так. Опять колумбийская жрачка. Ну, походу, тут выхода нет. Давай выход искать. А, я нашел уже.
А где, а где, в где, окне. Где, 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 в окошечке? Ох, какой ты умный. Там буковка F у меня высветилась. А-а-а. Ну все, я тоже спрыгнул. Не, слушай, баба боевая, конечно. Прям такой... Матерая. Матерая.